Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Уральска. На выездном совещании подрядчики отчитались о проделанной работе и сроках завершения. Стоит отметить, что это будет вторая в Казахстане взлетно-посадочная полоса, в строительстве которой применена технология монолитного бетона. Первая появилась в Астане. Подробнее в сюжете Антона Киселева. Взлетно-посадочная полоса Уральского аэропорта была построена еще в 1972 году, и по сей день ремонт на ней проводился только частичный. По словам специалистов, после завершения всех работ аэропорт сможет принимать суда любых габаритов. Качество взлетно-посадочной полосы, когда полностью закончится реконструкция, тогда она может принимать лайнеры любой вместимости. И, конечно, есть определенные предварительные переговоры, что будут летать как внутри нашей республики компании, так и за пределами нашей страны. Для реконструкции взлетно-посадочной полосы Уральского аэропорта были привлечены компании из Сербии и России, имеющие огромный опыт в этом деле. Они помогают освоить 6 миллиардов тенге, выделенные из республиканского бюджета на проведение работ. А на время проведения ремонта Уральские и Атырауские аэропорты заключили меморандум, согласно которому пассажиров до аэропорта Атырау и обратно в Уральск доставляют комфортабельные автобусы. Переговоры с Air Казахстан, они нам сделали запрос. Ну, Air Астана, наверное, со следующего года будет летать, когда полностью полосу сделаем. Я думаю, так. А сейчас Бек Эйр вас будет полностью обеспечить во все города западного региона. В 2015 году аэропорт Уральска, возможно, также будет закрыт на реконструкцию для проведения второго этапа работ – удлинения и расширения взлетно-посадочной полосы. Тогда специалисты обещают ограничить вылеты максимум на один месяц. Антон Киселев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.